Вы на канале «Умно и разумно». Укроп – монотипный род короткоживущих однолетних травянистых растений. Семейство – зонтичные. Единственный вид – укроп пахучий или укроп огородный. В диком виде растения встречаются в Юго-Западной и Центральной Азии. Как огородные растения распространены повсеместно. Укроп широко используется в медицине. Настой из листьев и стеблей применяют при гипертонической болезни первой и второй степени и как мочегонное средство. Семена и эфирное масло укропа действуют как ветрогонное, седативное и спазмолитическое средство, а также оказывает успокоительное действие. Эфирное масло умеренно раздражает секреторные клетки бронхиальных желез, в результате чего облегчает выделение бронхиальной слизи. Знаете, укроп можно выращивать как на подоконнике, так и в огороде, на дачном участке. При этом, чтобы была возможность употреблять укроп круглый год. Ученые установили, что это растение, которое может в огороде произрастать само по себе, полезно не только для всего организма в целом. При употреблении укропа исчезают запоры, уменьшаются боли в желудке, убирается недержание мочи, а также болей в мочевом пузыре. Семена этого растения обладают чудеснейшим свойством, которые густо расположились в венчике укропа. Как оказывается, семена укропа, которые заварены в чайнике при помощи кипятка, являются средством от скачков артериального давления. Приготовление. Берем 1 столовую ложку с горкой семян укропа. Помещаем его в заварочный чайник и заливаем пол-литрами кипятка. После укутываем чайник полотенцем минут на 30. За это время укропные семена хорошо запариваются и насыщают воду ценными веществами. Полученный настой нужно пить по такой схеме. Каждый раз делаем по 3 глотка, не менее 7 раз в день. В идеале делайте по 10 раз. Пить не в коем случае не рекомендуется на голодный желудок и не после обильного приема пищи. После недельного употребления этого средства вы заметите, как улучшилось ваше общее состояние здоровья. После этого чудодейственный настой можете употреблять периодически. Например, в месяц 2-3 раза можете употреблять для профилактики. С помощью семени укропного можете вылечить боль в горле, кашель, а также он хорошо и эффективно избавит вас от бессонницы. Желаю вам здоровья! Если вам понравилось видео, делитесь с друзьями, знакомыми, комментируйте, ставьте лайки и не забывайте подписываться. Всем пока!